Хоккей с шайбой – зрелищный вид спорта. А что вы скажете об этом? Представили полярный на слете молодежи городов воинской славы. Гимназисты вернулись из Чечни, где принимали участие в игре «В единстве наша сила». Впечатлениями ребята поделились с нашими корреспондентами. Союз городов воинской славы образован в 2013 году. В его состав входят больше 40 муниципальных образований, в числе которых и полярный. Уже несколько лет в рамках исторической и патриотической работы Союза в Чечне организуют игру для старшеклассников «В единстве наша сила». Представили полярный учащиеся гимназии. Нас тренировали к этому, и также полоса препятствий у нас была также, но просто в Чечне были другие полосы препятствий, но мы пытались с ним справиться. Несмотря на то, что для команды «Полярного» эта поездка не первая, подготовиться, признаются ребята, к ней невероятно сложно. Начали парни тренировки еще весной этого года. А сейчас на базе Российского университета спецназа встретились 17 команд со всей страны для состязаний в 15 различных номинациях. Более сложным этапом, мне кажется, это бег по пересеченной местности с двумя огневыми рубежами, потому что нам где-то не хватило скорости, где-то даже дымовые шашки и сыграли не в нашу пользу, и все нам затуманили намного больше, чем остальным. Помимо основных спортивных этапов, делегации из городов воинской славы приглашали на экскурсионные прогулки по Грозному, предлагая проникнуться духом Чечни и посетить знаковые для горожан места.